Всем привет! С вами Кира Шведова. И сегодня мы будем делать вот такой слайм. У нас есть баночка, блестки, краситель и инструкция. Да, сейчас мы начнем, да? Поскорее бы начать, да? Купили мы его в светофоре всего за 33 рубля. Все, давай. Сейчас мы сделаем, да? Открывай. Откроем вот это вот и потом покажем вам. Налейте, да? Вот здесь в инструкции написано. Налейте воды. Да, налейте. Это третье. В баночку шейкер воды, вот, видимо, вот до этой штуки, да? Угу. Вот до этой штуки. Так, наливаем. Оп. Это слизь, давай. Что мы делаем? Засыпаем вот эту вот химозу, да? Не химозу. А что это? Это... Ну, краситель и блестки. Вот в такой шейкер. Давай. Ой, да? Они, по-моему, не сыпятся. Ну, как не сыпятся? Давай. А-а-а. Ну, ты сыпь. Ой. Ну, мимо не сыпь, пожалуйста. Ты, я неаккуратная. Ты неаккуратная? Это твои проблемы. Сыпь, пожалуйста, аккуратно. Сыплю. Придержи, да. Ну, сама придержи тогда. Давай, придерживай. О, Эннаш, Google нам показывает, какая Кира была в роддоме. Всегда была перекухой. Давай. Все. Все высыпала. Вот представляете, Кире 4 года, она до сих пор еще пользуется детским стульчиком. Ей очень удобно в нем, она в нем сидит. Так, баночку давай придержим, и сейчас вот остатки, которые ты просыпала, туда сыпем, да? Давай. Давай. Держи. Оп. Оп. Так, значит, дальше в соответствии с инструкцией мы должны... Налить в баночку шейкер воды до указанной линии. Ну, видимо, вот до этого, да? Да. Сейчас мы будем наливать. Так, вот мы заливаем воду из фильтра до необходимой метки. Что там в соответствии с инструкцией? И 20 минут ждать. Подожди. Нужно. Что там в соответствии с инструкцией? Мы налили, налейте в баночку шейкер воды до указанной линии. Плотно закройте баночку. Подожди. Шишкой встряхните и... И все. Так, подожди. Не получится. Встряхните в течение 20-25 секунд. И только потом. Давай, так, закрываем. Почти? Так. Подожди, ты нормально закрыла? Да. По-моему, нет. Вот видишь как? Так. Все можно? Ну-ка подожди. А сейчас можно? Ты как этот, знаешь, этот ослик в Шреке. А сейчас приехали? Нет, не приехали, сейчас приехали. Так, подожди, дай я проверю. Плотно ты закрыл? Давай, начинай встряхивать. Уже можно? Уже можно. Встряхивай, встряхивай, сколько сил у тебя? Ну-ка давай, 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 давай. Ух ты! Стараюсь. Стараешься? Покажи, что там мыться. Дай, я буду смотреть. Еще не получилось. Давай я теперь. Давай по очереди. Теперь моя очередь. Да, подожди. Сейчас подожди, будем встряхивать. Короче, что мы сделали? Пункт 1 сделали, да? Подготовили. Пункт 2 высыпали. До риски налили воды. Пункт номер 4. Плотно закрыли баночку с крышкой и встряхнули. Короче, сейчас пункт номер 5. Нужно оставить все это дело на 20 минут. Поняла? А где пункт номер 5? Ну, где номер 5 пункт? Покажи. Нет его. Ну, цифру 5 покажи. Пункт номер 5 где? 1, 2, 3, 4, 5. Вот сейчас мы делаем пункт номер 5. Ждем 20 минут, правильно? Угу.
Засекаем время. Дай мне телефон. Что такое? Время 18:57. Это значит что? Это значит, что 3 минуты до 7. И в 17 минут какого? 8 мы всю эту бодяжку будем раскрывать, да? И будет слайм готов. Наверное. Если мы все правильно сделали. Ай, прошло даже больше, чем 25 минут. Вываливай этот слайм. Он не вываливается. Ну, в смысле не вываливается? Вываливай пальцем. Вот он. У нее есть ложка маленькая. Вон. У нее есть ложка с анализов. Вот. Вот. Вот большая ложка. Ну-ка давай. Дай я пожамкаю его. Мама, вытри мне руки. Нет, подожди немного. Тряпка. Фух. Все, хватит. Подожди. Дай я пожамкаю. Пожамкай. Так. Его ну, короче. Давай, ложи его. Да подожди. Короче, если действовать в соответствии с инструкцией, давай. Он получается слишком жидкий, да? Смотри, какие у него эти сопели. И, наверное, надо немножко меньше чего воды наливать, да? Что-то с водой как-то переборщили мы. Ну, мы хорошо трясли вроде. Тряпочка моя. Там мама, не надо было мять. Там нужно было интенсивно. Давай. Интенсивно взболтать. Мам, я тебе скребну. Давай. Ну, короче, вот такая вот фигля. Слизь. Слизь. Не то чтобы фу, нормальный. Вот этот-то нормальный. Мама! Просто вот здесь еще куча, вот здесь куча. На коврике куча слизи из банки. Вот из этой, которая была в наборе. А так-то он нормальный сам давай, по себе. Мама, руку давай. На. Только не скушай. А зачем ты его? Ну, короче. Мама. 33 рубля. 33 рубля. Угу. Нормально. Можно сделать.